Пожилой красноярец упал на лестнице виадука и умер. Трагедия произошла на проспекте Металлургов. Очевидцы говорят, что пенсионер поскользнулся. Находившаяся рядом девушка не успела его поймать. Сейчас медики выясняют точную причину смерти 64-летнего мужчины. Предварительно установлено, что признаков насилия нет. В департаменте городского хозяйства заявили, что лестницу чистили буквально вчера. Однако вскоре после инцидента на мосту опять появились рабочие, которые начали активно приводить объект в порядок. На этот переход жалуются многие красноярцы. Горожане утверждают, что его убирают редко и не очень тщательно. Кроме того, некоторые ступени уже наклонились, что серьезно затрудняет спуск и подъем. Я вот здесь тоже один раз упал. Здесь маленько вот последние вот эти вот ступеньки, они когда вот так стоят. Я здесь упал здесь года два назад. Не повредились? Спиной так хорошо приложился. Не, ну надо аккуратно. Здесь постоянно, кстати, ну, заметает и редко чистят. А здесь много пенсионеров, и которым сложно передвигаться. В частности, допустим, когда они поднимаются, они держатся по левую сторону, а люди, которые спускаются, им, соответственно, ну, неудобно здесь.